А чего о бренде, о личности Иры Немова не знает вообще никто? Наверное, никто не знает, что я уже в психологии более чем 20 лет. И оказалось, что я с 16 лет уже увлекаюсь, очень сильно увлекаюсь психологией. Более 20 лет я работаю с людьми, потому что я всегда была в сфере услуг так или иначе. И мне всегда были люди интересны, поэтому у меня очень многие бизнесы получались, потому что они связаны с сферой услуг. И вот, наверное, мой бренд родился благодаря тем моим поискам, моим трудам, моим интересам. Совсем недавно, опять же, мой инсайт, что мой бренд называется не Ирина Немова, а Ира Немова. Внутренние ощущения? Да, внутренние ощущения. Мне сейчас комфортно. Возможно, потому что действительно моя специфика работы – это общение с родителями на тему родительства счастливого, на тему воспитания, на тему взаимоотношений с ребенком. И как-то вот Ирина Немова не совсем звучит в плане родительства, а вот Ира Немова ложится мне на душу. И в большинстве случаев, конечно же, меня родители тоже называют Ира. Есть вещи, которых ты боишься на данном этапе жизни? Я думала про это. Да, я боюсь устать. Я боюсь остепениться. Я предполагаю, что во мне огонь не угаснет, но все же специфика работы мозга такова, что мы можем себя убедить в чем угодно. И я боюсь того, что я могу себя убедить, что это никому не нужно, что уже это не актуально, что я неинтересна сама себе. Вот такие глубокие страхи. Я не боюсь смерти, допустим. Я не боюсь болезней, потому что так или иначе это будет. За детей я не переживаю. Я не та мама, которая переживает за детей. Почему? Потому что для меня очень важно, чтобы у детей было то же состояние спокойствия, которое исходит от меня. Как только мы начинаем переживать, у них происходит дисбаланс, дискомфорт. Они, наоборот, теряются в этом мире, им становится еще сложнее, потому что они не так его знают. Все говорят о том, что украинская система образования должна меняться. Угу. Ты не просто говоришь, ты это делаешь. Да. Это рисково. Очень много сопротивления. Очень много недовольств, очень много непонимания. И я стала на тот путь, который достаточно интересен и достаточно сложный. Путь формирования правильного родительства, счастливого родительства. Потому что родителям быть легко, и это мое глубокое убеждение, легко, интересно и легко быть родителем. И вот благодаря тому, что родители захотят поменять систему образования вместе с теми, кто является профессионалом, что-то может в нашей стране измениться.